хорошо, пап. Движение метрокопов и патрулей в норме. Как дела на складе? Один мини-реактор Альянса из 4000 отгруженных. Они его не хватятся. Вот, взгляни. И это еще не все. Кое-кто взломал строительную сеть Альянса. Не жадничайте, ребята. Мало времени. Одна минута и все, обещаю. А, да. Я заметила, что Альянс отправляет припасы в карантинную зону. Она пустовала много лет. Очень странно. Что ж, что? Разберемся, когда вернемся. Встретимся в убежище, родная. Скоро будем. Похоже на... Что такое, Рассел? Что вы... Потрясающе. Все вышло? Да, реактор у них. Легкотня. Возвращаюсь в убежище к отцу. Иди, будем на связи. Берегись. Внимание! На землю едини. Обнаружено проникновение. Источник. Нарушитель. Код реагирования. Атаковать. Усмирить. Допросить. Похоже на обычную проверку. Ты уверена, что все прошло гладко? На 100%. Что-то разозлило ГУшников. Сиди тихо и не глупи. Thank you.
Нет, 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 спокойно, я просто живу здесь. Покидывайте! Стой, стой, стой! Не стреляй! Все чисто, видите его. Крали ничего! Нам все равно, что ты видел, кто с тобой был. Никто! Я никого не видел! Все выясни, уводите его. Папа! Назад! Эй, стоп, стоп, стоп! Конечно, да, буду через минуту.
Алекс, отлично. Ладно, давай. Мой дрон в порядке, да? Нет, он взорвался. Я, кстати, жива. Верно, да, это главное. Рассел, папа у них. Я знаю, это плохо. Они узнают, что ему известно, а потом, да, его убьют. О, боже. Но есть хорошая новость. У нас есть то, чего у них нет. И это? План по его спасению. Отлично. Рассказывай. Итак, скоро они поймут, что твой отец не будет говорить, и тогда повезут высасывать его мозг. Вероятно. А может и нет. Мог бы или проследят. А да, он же твой отец. Что они точно сделают, это посадят его на поезд вот здесь. Это Илай. Да, но вопрос. И если он окажется в поезде, это конец, да? Не обязательно. Возьми что-то, что будет на ней. Да, возьми что угодно. Так, это ты. Вроде ты сказал про нас. Ну, одному из нас, мне, придется остаться здесь, чтобы план сработал. Хорошо, верно. Тут рядом есть второй поезд, который тоже идет из Сити-17 и проезжает через карантинную зону. Хорошо. Поезда встречаются здесь, на развилке Фэрвью. Ты садишься в свой поезд, добираешься туда раньше отца и взламываешь управление. И я проникну в систему. Поезд останавливается, ты разбираешься с комбайнами, и мы спасаем твоего отца. Звучит круто. Где посадка? Иди в черный ход и через борт. Поезд списан, но я думаю, я взломаю систему. И еще, надень пару Расселов перед уходом. Расселов? Перчаток, Алекс, на угрове перчаток. У меня есть несколько пар. Калибруешь их у гаража. Поняла. Мы справимся, Алекс. Ты ведь понимаешь, я сказал, что справимся, потому что справимся. Это точно. Я с тобой до самого конца. Ладно, ты знаешь, что делать. Там наверняка валяется всякий мусор. Протяни руку к чему-нибудь. Выбери предмет и направь руку. Направь Расселов на что-нибудь. Именно так. Клад. Попробуй еще. Вот так. Еще разок. Вот так. Идеально. Все готово. О, подожди, чуть не забыл. Алекс, я наверху. Тебе нужна пушка. Лови, она разряжена. Теперь точно разряжена. Чуть не забыл. Оружию нужны патроны. Лови. Хорошо, возвращаюсь в руку. Сломал замок. Хорошо, отлично. У меня был ключ. Нужно было тебе его дать. Сам виноват. Готово. Следующая остановка развилка в Фэрвью. Спасибо, Рас. И удачи, Алекс. Пока.
Разумеется, я все еще с тобой, если что. Я знаю. Возможно, у нас проблема. Наверное, ничего страшного, но... Поезд остановился? Да? Да. Что стряслось? Он застрял. Когда комбайны закрыли карантинную зону, они, видимо, усилили безопасность. Это значит... Ну, ты даже не близко к развилке в Фэрвью. Ты у границы КЗ. И здесь завершается наш путь на поезде. Тогда пойду пешком. Хорошо, попробую найти тебе другой путь. У меня тут мертвый зомби. Разве Альянс не оцепил КЗ? Наверное, он как-то просочился. Я слышал, у Альянса были проблемы со сборами барнаклов снаружи зоны, но не с этими ребятами. Значит, он такой не один. Значит, не один. Когда-нибудь мне понадобится патроны. Смотри в оба, тут хватает мертвяков. Ну и не хочу показаться черствым, но им патроны ни к чему. Ха. Думаю, тут пригодится мой мультиинструмент. Что-что? Инструмент с кучей функций, поэтому... Мультиинструмент. Этот прибор невероятен. Ему нужно невероятное название, что-то продающее. И кому его продавать? Ну, Альянс здесь не навсегда. Нужно думать о будущем, Алекс. Ну, может мне назвать его Алекс? Звучит как копирка с Расселов. Ну да, пока что пускай будет Алекс. Ага, Алекс. Фу, как мерзко. Давно ты знаешь отца? Вы вместе работали в Черной Мезе, да? Да, ну нет. Туда сложно устроиться, на самом деле. А, ты только посмотри. Смола. А раз здесь смола, значит, где-то рядом должен быть и фабрикатор. Смотри в оба, может получится улучшить оружие. Thank you.
За этим люком карантинная зона, да? Да, так ее и заперли. Поищу панель управления, чтобы открыть люк. Панель управления. Думаю, схему запутали, но учитывая, что никакому идиоту не пришло бы в голову открыть люк, распутать все будет несложно. Вхожу в карантинную зону и понимаю, что ничегошеньки не знают про карантинную зону. Слово «карантин» происходит от итальянского «кваранта джорни», что означает 40 дней. Период, на который корабельная команда должна была быть изолирована перед сходом на берег во времена Черной смерти. Ясно. Круто. Далеко до Фэрвью? На пути в депо ты пройдешь через старые тоннели метро. Отца уже перевозят? Вроде бы нет. Хорошая новость. Значит, время еще есть. О, это отлично. Или плохая, если его уже убили. И везти труп уже не надо. Его легче закопать. Рассел, ты это видишь? Ого. Ну все. Начали.
слышишь это? Что это? Вот блин. Ну это, нам как раз туда. Короче, никак. Ну это и есть путь покороче. Гляди, нужна энергия. Кажется, это фабрикатор Альянса. Положи в него что-нибудь. Хочу глянуть, как он работает. Нет, но пистолет станет лучше. Это хорошо. Я отдал тебе то, что послабее. Спасибо, Рас. Ну, знаешь, на случай, если он потеряется. Скажу так. Если он рухнет, то должна тебе пистолет. Ты и так должна мне пистолет. Это не подарок, это мой пистолет.
Эй, раз. Я тут нашла какой-то шприц, какой-то фигур. Это лекарство? Алекс, ты что, вколол себе что-то найденное на земле? Ощущаю подъем. Да? Ладно, хорошо. Ну, эксперимент удался. Может, еще найдешь. Круто стреляешь, Алекс. Спасибо. Знаешь, хоть ты и назвал его пистолетом послабее, он не так уж плох. Наверное, он тут один.